Береговая охрана США подтвердила гибель экипажа пропавшего в Атлантике батискафа «Титан». На его борту находились 5 человек, в их числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг и пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд. Ранее беспилотный подводный аппарат обнаружил хвостовую обшивку «Титана» примерно в 1600 футах от носовой части «Титаника» на морском дне. Впоследствии были найдены дополнительные обломки. По предварительной версии экспертов, участвовавших в операции, аппарат был разрушен в результате имплозии, то есть его раздавило под воздействием толщи воды. Связь с «Титаном», предназначенным для доставки туристов к месту гибели лайнера «Титаник», была потеряна 19 июня, спустя около 2 часов после погружения.